денутся. Позже их открою. А пока пойду и поем свои любимые конфетки. Ха-ха-ха, глупая мыша, иди, иди. А меня наконец-то распаковали, и я добралась до своих сюрпризиков. Так, вот тут, пожалуй, я их открою. Далеко идти не придется. Всем привет, с вами Котлик, и это теперь будет только моя рубрика. И вам, и мне уже не терпится узнать, что же в этих пакетиках. И первый сюрприз — это Кейк Пэтс с собачками-кексиками. Разрываем. И оттуда выпала такая няшная собачка с большими глазками. Ой, какая ты милая. Хватит нежностей. Мы продолжаем. Следующий сюрпризик — это еще один Кейк Пэтс. Забыла сказать, что они так пахнут, что запах уже ощущается, даже при открывании. Ух ты, это еще одна милая собачка-кексик. Милашка, не надо гавкать, вот твоя подружка. Теперь будете вместе тявкать. Вот, кстати, вкладыш со всеми питомцами. А это наша Джинджер и Энджел. О, так бы и съела вас, такие вы пахучие. Ладно, кэш отсюда. Что еще нагадите? А мы продолжаем. И в этот раз это будет сюрприз Юху Френдс. Разрываем. И... да это же симпатичный Бобрика. Его огромные глазки просто завораживают. Вот и меня приворожил. Такой ты мягенький. Все, Брейс, не мешай. На чем я остановилась? Ах, да. Это такой вот пакетик с Шопкинсом 6 сезона, внутри которого розовая коробочка в виде книги рецептов шеф-повара. А в ней масло оливка. Иди на место в коробочку. И последний сюрприз — это большая банка 6 сезона с двумя Шопкинсами. Открываем, смотрим, и это землянички-сестрички и румяный тост. Отправляйтесь обратно в банку. Первый готов, и второй тоже. Вот такая милота мне попалась. Ой, мыша возвращается, а ее тут ждет небольшой сюрприз. Надо убираться отсюда. Фух, переела я конфеток. А? Что здесь произошло? Почему здесь такой бардак? И почему мои игрушки уже распакованы? Кто мог это сделать? А как же я? А как же моя Юбика? Ну ничего, я это еще выясню. Вот попадись мне, Валиська, боюсь от меня. А я все равно я стрёмно.